Тверской области ученикам из многодетных семей в преддверии нового учебного года продолжают вручать школьные принадлежности. Кроме того, в текущем году по поручению главы региона впервые наборами обеспечивают первоклассников, детей участников специальной военной операции. Подробности далее. Тетради, альбом для рисования, набор цветной бумаги и картона, краски, пластилин и другие необходимые принадлежности для школы. Всего 44 предмета. Для мальчиков и девочек предусмотрены рюкзаки разной расцветки. У Олеси Дроботенко пятеро детей, как девочки, так и мальчики. Старшая дочь Валерия в этом году пойдет в первый класс. Она везде у нас выступает, она танцует, поет, поэтому я думаю, что в школе ей просто еще будет интереснее, потому что ребятки, она ходила в школьный лагерь, уже знает многих детишек. Трое детей отправить в школу, сколько, какое количество нужно всего купить, поэтому это как огромный подарок, огромная помощь. Валерия, дорогая, сегодня ты как будущий первоклассник получаешь портфель. Смотри, какой красивый. Тебе нравится? Но мы тебе желаем успехов в новых начинаниях, чтобы ты училась на одни пятерки и радовала маму с папой. Да? Ну-ка, давай померяем с тобой портфель. Многие обложки из набора украшают достопримечательности Верхневолжья. Это сделано для того, чтобы у ребят появился интерес к родному региону и его красотам. К слову, состав предметов для школы постоянно совершенствуется с учетом мнения родительского сообщества и экспертов. В этом году набор дополнен доской для лепки, раскраской, закладками и, соответственно, расписанием занятий. Набор этот уникальный, потому что на всех предметах изображены достопримечательности Тверской области. В этот день торжественной обстановки рюкзаки со школьными наборами вручали первоклассникам, детям участников специальной военной операции. Такая мера поддержки введена в этом году по поручению губернатора Игоря Рудени. Я очень рада видеть вас здесь всех. Я очень рада быть той площадкой, которая сегодня поприветствовала и сделает вам такие подарки. Ребятам я желаю от всей души запомниться 1 сентября. Ежегодная акция вручения первоклассникам рюкзаков со школьными принадлежностями инициирована губернатором Игорем Рудени. Наборы могут получить дети из многодетных и опекаемых семей, семей с невысокими доходами, а также дети участников специальной военной операции. Комплекты выдают в «Мои семейные центры», которые действуют во всех муниципалитетах области. Всего в этом году наборы получат 5172 первоклассника.